В Аксае прошло областное первенство по пауэрлифтингу среди участников юноши, мужчины и женщины. А кроме того, прошли соревнования по классическому и экипированному жиму лежа среди всех возрастов. Подробнее далее. Чемпионат области собрал 6 команд, это около 80 атлетов из районов и Уральска. В церемонии открытия приняли участие ветераны спорта, чемпионы Азии и местное руководство. Согласно календарному плану областных мероприятий, 28-29 января проходит чемпионат области по классическому экипировочному жиму лежа среди всех возрастов в городе Аксае. Выражаю благодарность руководству города Аксае за отличную подготовку к месту проведения соревнований. Пауэрлифтинг – выбор сильных людей. Сами участники состязаний отмечают, что помимо наличия мускулов, необходимо обладать и уверенностью в себе. Участников в среднем до 90 человек, участников, начиная от юниоров до ветеранов, то есть девчата, мальчики, то есть все участвуют. Есть среди участников чемпионы Азии, чемпионы мира есть. Почему они участвуют? Они должны подтвердить свой статус. И это отбор на чемпионат Казахстана, который проводится с 1 по 10 марта. Есть среди участников как представители старшего поколения, так и те, кто только начал увлекаться силовым спортом. В сущности, такие соревнования – это определенная передача опыта от старших к младшим. Я приехал из Букиординского района. Соревнования проходят на высоком уровне. Всем соперникам желаю удачи, а себе только победы. Я приехал издалека и без победы уезжать не намерен. По итогам турнира призеров наградили дипломами и медалями от областного управления физической культуры и спорта. Алексей Кочемасов, Колобек Акрап, телеканал Акжаик.